мероприятие для молодых звезд, потому что многие, которые начали на новой волне, сегодня их знают в многих странах, и они сегодня поют на большой сцене. Но для зрителей это праздник, потому что это уникальная возможность увидеть много звезд эстрады, которые приезжают сюда, в Юрмалу, в Латвию. Они выступают со старыми, новыми песнями. Это действительно праздник для Латвии. Я очень рад, что это уже 11 лет эта традиция здесь развивается. Я надеюсь, это будет и в будущем. Я думаю, что наш янтарный берег у Балтийского моря будет тем местом, который будет сплочать людей. Культура всегда людей объединяла. И я рад то, что многие сюда приезжают, потому что им это нравится. Так что это и конкурс, и просто праздник, и просто хорошая тусовка. Но все-таки новая волна в последние годы все больше превращает, ну, вне конкурса, вне концертов, становится похожа на бизнес-форум. По-вашему, как бизнесмену, есть ли полезного для бизнесмена здесь дела, знакомства, общения? Знаете, сюда приезжают разные люди. То, что я слышал от многих других россиян, что если в России предприниматели, когда они куда-то идут, перемещаются, часто там видна охрана, то здесь они свободно в шортах, в майках гуляют по пляжу, по улицам Юрмалы. Так что я думаю, это уникальная возможность для людей пообщаться, о бизнесе говорить. Или просто о погоде, это уже зависит от конкретных людей. Но в этом году я рад, потому что в Риге будет происходить ночная дискотека, где опять будут участвовать многие люди. Это будет возможность увидеть много-много тысяч посетителей, которые на эту дискотеку придут, где будут выступать знаменитые певцы российской международной эстрады. Я думаю, может быть, это будет своего рода новый формат. Как говорится, конкурс здесь в Юрмале, а в Риге большие ночные мероприятия, потому что Рига всегда была и будет столицей Латвии.